Яркое солнце в небе и яркие краски в руках. Так начали свой день юные художники. Праздник для ребят организовала компания ПАО «Т-плюс» в честь уходящего лета и наступающей осени. Мальчишки и девчонки украсили техническое строение на пересечении улиц Ефремова и Промышленной. Сегодня мы решили разукрасить один из павильонов участка магистрального тепловых сетей. В преддверии 1 сентября с участием детей мы лишний раз напоминаем о безопасности, о нормах безопасности, о том, чего нельзя делать, и что, в частности, трубопроводы тепловых сетей – это опасность, которая, в принципе, окружает нас ежедневно. Дети лишний раз, разукрашивая этот павильон, обратят внимание на то, что можно, чего нельзя. Рисунки, которые аккуратно переносят с бумаги на стены, показывают, как нужно вести себя, когда рядом энергообъект. Здесь же сказочный герой, любимец всех, энергетик Теплослав. Пока дети рисуют, опытные взрослые напоминают: по трубам не бегать, люки обходить. Нам нельзя бегать по трубам, потому что можно сломать трубы и остаться без воды. Для многих ребят это первый опыт рисовать баллончиками на стенах. Юные художники получили море позитивных эмоций. Там, где маленькие ручки не дотянулись, доделают опытные стрит-арт-художники. Сначала куда-нибудь проверить, что он работает. Потом мне дали трафарет, и я начала на нем рисовать. А потом я уже поднялась сюда и начала это раскрашивать. Такой красочный мурал – подарок не только детям, но и всему городу. Он будет служить напоминанием о правилах поведения у тепловых сетей. В планах у компании продолжать украшать город тематическими рисунками. Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.